Сегодня в России выпускники сдают ЕГЭ по иностранному языку. Он считается одним из самых сложных и состоит из двух этапов – устного и письменного. Последние ученики пройдут 18 июня. Всего в регионе этот экзамен сдают около 500 школьников региона. Более 470 выбрали английский, остальные – немецкий и французский. В нашей школе углубленное изучение иностранных языков, поэтому, можно сказать, я готовился со второго класса. Но усердно для экзамена я начал готовиться 1,5 года назад. То есть это сборники, это онлайн-тесты, все привыкают потихоньку, камеры везде, сопровождающие до туалета и металлоискатели. Это хорошо, у всех есть равные шансы, чтобы сдать экзамен. Добавлю, что большая часть экзаменов позади, как отметили наблюдатели, пока нарушений не было.